Здравствуйте, в эфире программа «Второе дыхание». Программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Последние годы во всем мире все большую популярность набирает джиу-джитсу. Наши рязанские спортсмены тоже не забывают пополнять копилки спортивных наград в этом виде спорта. Бразильское джиу-джитсу, пожалуй, самое эффективное современное боевое искусство, но успешно развивающееся практически во всех странах мира. Россия не исключение, да и нашему городу есть чем гордиться. На днях рязанские джиу-джитсеры показали суперкласс на очередных соревнованиях. Наши спортсмены привезли из Коломны с турнира Time to Fight 7 золотых и 4 серебряные медали. Великолепное выступление в разных дисциплинах. Турнир проходил по правилам ММА и грэпплинга. Там мы успешно выступали. Призеры прошедших соревнований – профессиональные спортсмены, у каждого свой путь, приведший в БДД. Роман Гордеев пришел в бразильское джиу-джитсу достаточно поздно, в 30 лет. До этого было десантное училище, армия и рукопашный бой. В данный момент имею белый пояс по бразильскому джиу-джитсу. Развиваю это направление, интересно получается и вообще готов посвятить себя именно этому. Какое-то внутреннее, наверное, чувство, которое позволяет понять, что это твое. Это, наверное, вопрос индивидуальный. Каждый человек чувствует, что его, что не его, что ему нравится или что ему не нравится. Прошедший турнир стал для Романа дебютным, и дебют, надо сказать, удался. Победа оказалась в кармане. Рад, доволен, что буду продолжать дальше. Марк Фокин занимается джиу-джитсу более 4 лет. 2015 год стал для него очень удачным. Мы выступили на нескольких турнирах, таких турнирах, как ADCC, Gracie Barra и двух турнирах Time to Fight. Все эти турниры для меня закончились первыми местами. И особенно удачным казался последний турнир, турнир Time to Fight в Коломне. Было как две схватки и два первых места. В планах, конечно, заниматься, оттачивать мастерство в ударной технике и даже попробовать свои силы в ММА. Планирую над ударной техникой поработать и все-таки выступать в ММА, так как это более перспективно, чем в грэпплинге. Не обошелся прошедший турнир и без представительниц прекрасного пола. Лера Фокина, как всегда, была на высоте. Эта хрупкая девушка уже давно подтвердила свой профессионализм. 2015 год стал щедрым на награды, и прошедший турнир не стал исключением. Я ездила на турнир ADCC. Ну, там я выиграла, заняла первое место. После этого турнира мы ездили на турнир, он назывался Gracie. Там у меня была ничья. Ну, и сейчас ездили недавно на турнир в городе Коломна, называется Time to Fight, там я заняла первое место. В планах у Леры участие во всевозможных соревнованиях, в характере неиссякаемое желание заниматься, совершенствовать мастерство и побеждать. Я начала заниматься в 7 лет, мне сразу понравилось, и я продолжаю заниматься дальше. Может быть, в будущем и хотела выступить и в другом стиле борьбы, в ММА. Занимаются наши спортсмены в клубе «Витязь», и все они одновременно являются спортсменами известного клуба «Лодос Тима», возглавляемого бразильским мастером Александром Фария. Сейчас перед нами стоит такая большая задача. Мы собираемся развивать бразильское джиу-джитсу и ММА в районах. Сейчас в ближнем Кораблино, в Доме культуры, мы пытаемся установить спортивный зал. Нас обещала помочь районная администрация с этим вопросом. Мы, конечно, будем рады любой другой спонсорской помощи, потому что если в Рязани сейчас люди, молодежь могут заниматься чем угодно, практически в любом районе города есть спортивные секции, то в районах, к сожалению, с этим проблем. Наша задача нашего клуба, у нас не просто спортивный клуб, а спортивно-патриотический клуб. Наша задача прививать какие-то нравственные черты людям, то есть воспитывать настоящих патриотов. Если человек не станет там спортсменом или чемпионом, это не суть важно. Главное, чтобы был хорошим человеком. Вот в этом наша задача. Бразильское джиу-джитсу – это возможность воспитать свой характер, показать всем, на что вы способны. Занимаясь бразильским джиу-джитсу, вы можете стать первоклассным борцом, профессионалом ММА и получить навыки самообороны или просто поддержать хорошую физическую форму. В любом случае, вы научитесь главному – умению вести реальный бой. Причем уникальность бразильского джиу-джитсу состоит в том, что вести вас к цели будут постепенно, не ломая и не калеча.
Мы продолжаем рассказывать вам об известных рязанских спортсменах и тренерах. На этот раз речь пойдет о руководителе региональной федерации СНМ Евгении Александровиче Жирихове, чьи воспитанники-каратисты нередко радуют болельщиков удачными выступлениями на крупных соревнованиях. Заслуженный тренер России Евгений Александрович Жирихов родился в Тамбовской области в 1957 году. Со спортом подружился рано, любил, как и все ребята-ровесники, подвижные игры, лапту, футбол и особенно хоккей. Стать хоккеистом даже некоторое время было главной мечтой будущего тренера по карате. Однако тогда, в начале 70-х, родители не отпустили сына восьмиклассника в соседнюю область заниматься в рязанском станкостроителе. О восточных боевых единоборствах Евгений Александрович узнал во время службы в армии. Впервые я не увидел, что такое карате. Это я увидел в статье в одной в газете, когда служил в армии. Была статья про японского мастера, который приезжал в Москву. Как мы знаем, что карате в основном бурно развивалось в России. Это не в России, а в СССР в то время. Это в 79-м году была открыта Федерация СССР карате. Первый открыт. И в это время приезжали японские инструктора. И вот в одной из статей в «Советском спорте» я эту статью увидел, как японский мастер проводил занятия. Я там увидел красивый прыжок тоби-йока-гери, когда спортсмен выполняет высоко выпрыгнув вверх и наносит удар боковой ногой. Мне это очень заразило. Далее, после службы в погранвойсках, Евгений Александрович окончил Ряжское профтехучилище по специальности радиомастер. Устроился в Рязани в городское телеателье. И однажды меня попросил секретарь наш: иди сделай тренеру моему телевизор. Я ничего не спрашивал никогда. А когда пришел домой к этому мастеру, то я увидел, что у него на стене висят нунчаки, кимоно лежит там белое. Дома был сын. И мы с ним разговаривались, он говорит: мой папа тренирует карате. Это был мой первый тренер, которым я потом пришел заниматься, Богомолов Виктор. Я считаю его своим первым наставником. Они тренировались в клубе «Красное знамя». Начало 80-х – это время бурного развития карате в Советском Союзе. Число занимающихся японским боевым искусством молодых парней насчитывало тогда десятки тысяч. Основное место для занятий рязанских каратистов стал спортивный зал радиотехнического института. В это время произошло знакомство с Москвой. В это время наши инструктора, четыре инструктора, это Волосатов Виктор, это Казаков Александр, Гурский Виктор и Боровских Юрий, они поехали на первый всесоюзный аттестационный семинар, который прошел в Минске, в Стайках. И там они были аттестованы как инструкторы. Это первые четыре рязанских инструктора, которые были аттестованы, и они приехали в Рязань. И там, после приезда Казакова, я видел вот такие радостные, веселые глаза. Он говорит: я встретил такого человека, познакомился с Тадеушем Рафаэловичем Касьяном. Вот здесь и началось наше знакомство именно с московской школой СНЭ, и руководителем которой был Тадеуш Рафаэлович Касьянов. Вот это произошло, сейчас скажу, это был 82-й год, в ноябре месяце. И с этого времени пошло наш отчет, это работа с Московской Федерацией. И мы стали филиалом школы СНЭ. Мы постоянно ездили на тренировки в Москву. Они были очень рано, начинали в 7 часов утра и до 9. Это был СКМВО, Московский военный округ, спортзал. И в этот спортзал ездили. Мы рано садились, где-то часа в 2 ночи садились на поезд с первого Рязани. И группа Рязани, от Рязани 5-6 человек, мы ездили на эти тренировки. Там, конечно, тренировки проводил сам Касьянов. Было очень заворожительно. Тренировки проходили настолько интенсивно. Приезжали мы после этих тренировок, конечно, неделями лежали, отходили. Потому что происходили спарринги. А спарринги с большими мастерами. Черные пояса. А мы только начинали заниматься. Все шло хорошо, но, как и другим советским каратистам, Евгению Жирихову пришлось пережить и нелегкие времена. В 1983 году спортивные чиновники признали карате идеологически вредным. В прессе стали появляться протесты со стороны общественности против карате, а в уголовном и административном кодексах появились соответствующие статьи за самовольное обучение приемам карате. И как итог, 17 мая 1984 года появился официальный запрет занятий карате в спортивных обществах СССР. Практически все секции, которые были в Рязани, кроме десантного училища, прекратили свое существование. Но, естественно, мы не прекращали свои занятия. Мы, как говорится, если брать революционное время, мы ушли в подполье. Сбросили кимоно, что для нас было очень, конечно, так сказать, трудно для нас было, потому что когда мы снимали кимоно, и заниматься в шортах было как-то непривычно. Карате, потому что форма, она стимулировала, давала какой-то определенный заряд для занятий.
Но мы начали заниматься другим. Мы начали заниматься самбо, мы начали заниматься боксом, одели боксерские перчатки и начали также продолжать занятия. В 1989 году формируется Федерация рукопашного боя, открывается отделение и в нашем городе. Под эгидой этой федерации проживут рязанские каратисты больше 15 лет. Из успехов – это проведение в 1995 году в здании Рязанского цирка чемпионата России по рукопашному бою, а в 96 году – по традиционному карате. Кстати, начиная с того времени, рязанские спортсмены начинают регулярно участвовать в крупных всероссийских турнирах. Первым рязанским чемпионом России стал воспитанник Евгения Жирихова и курсант училища связи Николай Пиг. А в 2001-м сумели взять Кубок России, обыграв большие команды Москвы и Санкт-Петербурга. С этого времени практически начиная. Каждый год на каждом чемпионате у нас мы привозили по одному-два мастера спорта России и по одному-два чемпиона. Очень много был у нас хороший юношеский состав. И мы много победителей первенства России, и было очень много. Такие знаменитые спортсмены были, как Рубцов Роман, вот Минашкин Василий у меня, Струйков Александр, Стрелков Алексей. Рязань была уже довольно сильно гремела в этом направлении. И все шло хорошо, и мы казали, что так и будет все постоянно. Большая группа инструкторов была, порядка 10. Открыто очень много филиалов было. В Касимове открыт филиал, в Спасске, в Ряжске, в Александровне-Невске. В Старожилове был также филиал. Поэтому федерация развивалась, шла огромными темпами. Новое потрясение пришло в 2007 году, когда Федерация рукопашного боя разделилась на три направления и стала фактически ведомственным спортом. И только в прошлом году почти 30 разрозненных федераций карате создали Всероссийскую федерацию всестилевого карате. В этом году первый официальный чемпионат России пройдет в ноябре. Евгений Александрович Жирихов за свою спортивную карьеру неоднократно занимал призовые места. Второе место на чемпионате России, третье место на всесоюзном турнире, шестое место на первом чемпионате СССР по карате. За свою карьеру тренера воспитал более 35 мастеров спорта. Его путь в карате уже составил 35 лет, но останавливаться Евгений Александрович не собирается. Сейчас он продолжает тренировать своих воспитанников с усиленной энергией, ведь впереди еще много крупных, в том числе и международных турниров. Спорт – это не только полезно и красиво, но еще и модно. Согласно недавно проведенным исследованиям, более половины россиян в той или иной мере оказались приверженцами занятий спортом. Доля россиян с той или иной периодичностью, занимающихся спортом, существенно выросла за последний год. С 52% в прошлом году до 61% в этом, достигнув максимума за 9 лет, сообщает Интерфакс. О том, что регулярно тренируются, заявили 16% респондентов, еще 24% делают физические упражнения время от времени и 21% довольно редко. Между тем, никогда не занимаются физкультурой 38% участников опроса, проведенного среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах Российской Федерации. Правильно питаться старается каждый второй опрошенный. При этом треть респондентов старается есть здоровую пищу. Прежде всего, это москвичи и петербуржцы, люди с высоким достатком, высокообразованные и активные интернет-пользователи. Каждый седьмой соблюдает диету. Те же, чей рацион никак не ограничен, объясняют это по-разному. 27% говорят, что не жалуются на здоровье и поэтому едят все, что хотят. А 20% сетуют, что материальное положение не позволяет им особо задумываться при выборе продуктов питания. В нашем городе дела со здоровым образом жизни, судя по всему, обстоят совсем неплохо. Даже проливной дождь не помешал рязанцам принять участие в Дне здоровья и спорта, который прошел в минувшие выходные. Мероприятие состоялось на стадионе Центрального спортивного комплекса 16 мая и прошло уже в 15-й раз. На стадионе прошло множество соревнований, и началась спортивная часть праздника массовой разминкой от представителей Федерации фитнес-аэробики Рязанской области. Участие в мероприятии приняла министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова. Она наградила административных работников, тренеров и спортсменов и поздравила всех с Днем здоровья и спорта, а также отметила, что по всей стране впервые стартовала декада ГТО. И на сегодня это все. Будьте спортивными, здоровыми, и пусть всегда у вас открывается второе дыхание.